Блокада. Октябрь. 2014 год. Масштабное осеннее обновление. Наш арсенал получил сразу 9 новых стволов. Обновлено меню игры. Фоновая музыка звучит иначе. Появилось 3 карты для свежего режима. Долина, Зимний город, Противостояние. Добавили RPG-7 и гаечный ключ. А для чего? Что же мы так ждали? Что же мы так хотели увидеть? Мы дождались. Режим танки. Этот режим может стать абсолютно новым этапом для тебя, как игрока. Играть можно одному, но не всегда один в поле воин. Стань частью чего-то большего. 8 танков, 16 игроков в каждой команде. Помни, команда — это боевое братство. Собери своих друзей, играйте вместе и наводите страх и ужас на своих врагов. Устройте им ад! Ты сможешь продумывать тактику и стратегию ведения боя, ибо знаешь, что тебя всегда прикроют, что рядом с тобой твои друзья. Они готовы жизнь отдать за тебя. А ты готов умереть за друга? Так куется общая победа. Объединяйтесь ради эпичных битв. Играйте и побеждайте. Блокада. Режим танки.